до студії «Нового дня» завітав співорганізатор акції «Лавка для міста» Василь Валенков. Вітаємо вас! Добрий день! У телевізійних новинах Миколаївщини наші телеглядачі мали змогу передивитися інформаційний сюжет щодо фіналу цієї акції, але у вас хочеться запитати, як же це все починалось на самому початку, як виникла ідея акції «Лавка для міста»? Идея действительно возникла около 3 лет назад. Значит, и место организации было выбрано не случайно. Было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это зеленая пешеходная территория Парка Победы. Находится в непосредственной близости образцовой легендарной школы, автошколы, стен которой за время вот ее существования вышло более 100 тысяч учащихся. Это для полумиллионного города. Можете представить себе, сколько автомобилистов подготовила эта учебная организация. Также рядом была организована и функционирует уже много лет уникальная богийная спортивная трасса для проведения тренировок и соревнований спортсменов-автомоделистов. Значит, в чем уникальность? Потому что спортсмены со всей Украины 2 раза в году, значит, мы принимаем этих спортсменов в рамках проведения чемпионатов или Кубков Украины. Дети от 5 лет уже являются участниками таких значимых мероприятий. Да, и становятся призерами, чемпионами Украины. Трасса действительно очень маневренная, уникальная. То есть юные автомобилисты занимаются тоже в непосредственной близости от этого места установки этих лавочек. В 2015 году мы, продолжая эту концепцию, воплощение концепции, установили памятный знак, значит, автомобилистам и дорожникам в канун Дня автомобилиста. Значит, и автомобиль-ветеран, который проработал на благо народного хозяйства Украины более полувека, занял свое достойное место. Значит, ну и естественным уже продолжением было благоустройство дальнейшей, так сказать, территории прилегающей. Вот этот был очередной акцент. Действительно, 7 скамеек, 5 урн, значит, саженцы деревьев, цветы. Это была такая интересная вот акция, которая получилась благодаря тому, что откликнулись наши друзья, коллеги. Это руководители предприятий, в частности, были, конечно, автомобилисты, это Алан Техно, Гурик Авто, были также просто горожане, общественники инициативные, это Валентин Бельский, Светлана Бабарика, это ЧП Мартыненко, предприятие которых и изготовило, и установило, значит, скамейки и урны. Конечно, значит, не могу не отметить Анара Ахундова, который также присоединился к этой акции. И огромное спасибо Денису Барашковскому, который, собственно, первый откликнулся на нашу инициативу и вот собрал такую команду активистов и единомышленников. Я вам хочу сказать, уже вчера благодарные граждане, которые проходили мимо, хотя еще не могли, не имели возможности присесть, все-таки это, так сказать, свежая была постройка, конструкция, но уже с благодарностью отметили наши усилия. Так что я надеюсь, что это место будет действительно, в народе оно уже называется «Аллея автомобилистов», и очень отрадно для нас. И это место будет комфортным вот для такого спокойного душевного отдыха, потому что действительно на протяжении 2 километров от горосполкома до НКИ нет ни одной скамейки для отдыха. Особливість благоустрою саме цієї алеї в тому, що вона була створена саме на волонтерських та меценатських началах, і вона була начебто закликом до того, що кожен з містян, якщо захоче, може зробити благоустрій нашого міста, не дивлячись на те, як реагує на це влада. Действительно, это волонтерская акция, и в том, и, наверное, и сила энергетическая этого места, этой аллеи автомобилистов, что все перечисленное, кроме самой вот автошколы, здания автошколы, это все волонтерские проекты. И трасса богиня, построенная силами, значит, коллектива автошколы, общественниками, спортсменами, памятный знак автомобилистам построен также на волонтерских началах, и сама вот аллея сейчас уже приобретает свой вид. Тоже благодаря вот волонтерскому, так сказать, этому проекту. Но это еще не все, это еще не конец. У нас еще в планах и перспективах обустройства дальнейшей этой территории. Не буду пока открывать всех секретов. Я думаю, что в следующем году мы вас порадуем.
Також особливістю є те, що не дивлячись на те, що ідея створення була протягом декількох років, але реалізація відбулася буквально за декілька місяців. Тільки не декілька місяців тому Денис Борошковський в ефірі ранкової програми «Новий день» анонсував, що створюється така акція, робив заклик до благоустрою цієї алеї. І вже сьогодні ми говоримо про проміжковий фінал благоустрою. Так и есть, так и есть. Единственное, что хотелось бы, наверное, нам, всем участникам этой акции, все-таки увидеть какую-то помощь со стороны городских властей, потому что это городская территория, это территория Парка Победы, и там есть к чему приложить руку нашим городским властям. Ви сказали, що це не кінець, і ви ще готуєте декілька сюрпризів. А ось чи є у вашої команди ще якісь плани на інші території у нашому місті, які також варто трошки зробити кращими? Есть планы, видения, есть проекты, которые уже, некоторые из них прошли уже одобрение через экспертно-громадский совет исполкома Николаевского городского совета. В частности, это создание на территории Парка Победы, вот этот треугольник от моста, как раз вот ближе к аллее автомобилистов. Значит, на сегодняшний день он сильно зарос и находится, ну, скажем так, по-украински в занедбанном стане. Значит, мы там планируем создание кинологической площадки и полосы препятствий. Вы уже вот сейчас обращаете внимание в новостях, значит, очень часто говорят о том, что украинцы объединяются для, скажем так, проверки себя, проверки своих физических возможностей, есть там гонка наций и так далее. Значит, полоса препятствий – это тот неотъемлемый элемент для развития, особенно подрастающего поколения, где они должны действительно ну, постоянно находиться в тонусе, в форме физической необходимой, преодолевать определенные препятствия, для того, чтобы быть более быстрыми, смелыми, значит, ну, скажем так, развитыми комплексно людьми. Значит, эта полоса препятствий будет построена по всем правилам, канонам военной полосы препятствий, там будут другие элементы. И я говорю, обязательно это кинологическая площадка, которую просто ждут уже все, скажем так, владельцы домашних животных. Особенно это актуально в рамках вот этой проблемы нашей Николаевской, которая сейчас есть с бездомными, в том числе животными. Потому что основа этой проблемы – это поведение самих владельцев как раз со своими питомцами. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ваша команда є прикладом до наслідування для наших містян у тому, що як, починаючи з себе, можна створити гарне місто і не скаржитись на те, що влада, можливо, чомусь не додивляється, не допомагає. Варто починати саме з себе. І від вас хочеться звернення до наших містян, щоб ви поділилися своїм секретом успіху цього проекту і, можливо, навіть заклик для того, щоб вони змогли повторити за вами цей проект. Секрет простой. Было бы желание, найдутся и возможности. И если вы позволите, то хочу пожелать в канун Дня автомобилиста всем автомобилистам и дорожникам нашего города прекрасного настроения, крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Дякуємо, що завітали сьогодні до нас.